Сегодня в Якутии отмечается День хамуса. С большим почтением к этому музыкальному инструменту относятся не только жители Якутии, нашего региона, но и гости со всего мира. Сегодня в этот замечательный праздник в нашей студии гостят Туяра Жиркова, научный сотрудник музея хамуса, и Менди Гафур Зайнетдинов, хамусист, виртуоз мира. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Доброе утро. Туяра, ну расскажите, какие мероприятия запланированы в этот день? Может быть, они уже начались для жителей и гостей? Ну, всех поздравляю с Днем Хамуса. И у нас это не только один день празднуется, да, у нас целая декада. Уже мы провели концерт живой музыки Төрүт Дорхон и концерт провели виртуозов-хамусистов наших. Альбина Дегтярева, Спиридона Шишигина, Юлиана Кривошапкина. Сегодняшнее мероприятие у нас вот начинается с 10 часов с презентации книги «Акуланики». Это наш символ хамусистов. И у нас будет сегодня большой концерт в Театре оперы и балета. С 6 часов всех ждем в Театре оперы и балета. Будет концерт всех победителей этого года, в течение года, кто занял первые места, гран-при занимал. И мы такой концерт сделаем. И до этого с 4 часов у нас будет выставка, продажа якутских хамусов. Все, кто желает, приходите в 4 часа в Театр оперы и балета. А также параллельно будет Асохой дружбы. А также у нас проводятся конкурсы различные детские. Завтра, 1 декабря, во Дворце детства «Чарующие звуки хамуса» среди детей школьного возраста будет. А также завтра будут отмечать 30-летие наш народный ансамбль «Кескиль» в Техтюре, в своем селе. Вот очень много различных мероприятий. По школам сегодня классные часы проводятся, в детских садах. Так что в очень многих местах празднуется. И территория с каждым годом увеличивается. Все масштабнее становится, да? Да, не только в Якутии, и за пределами Якутии празднуется. Вот у нас как раз гости, да? Да, Менди Гафур у нас из Башкортостана прилетел, да? Вот не можем не спросить у вас, что у вас на шее? Прямо несколько инструментов висит? Это башкирский музыкальный инструмент, древнейший музыкальный инструмент. Это деревянный кубус, подробно деревянный хомус. Он звучит вот так. Ну, есть такой инструмент древнейший, хайра называется. Когда я играю импровизацию, я применяю этот музыкальный инструмент. Но на этом инструменте надо играть носом. Если да, вы носом. Не получается, если носом. Как интересно. Здорово. Необычно. Ну, хотел сказать, вот я второй раз здесь. В 2011 году прошел конкурс виртуозов хамусистов мира. Вот я очень рад. Я приехал с учителем Робертом Заградиновым. И тоже в числе хамусистов виртуозов мира. И я на этот раз я должен сказать большое-большое спасибо за приглашение именно. Отправив приглашение, и вот именно в день хамуса я приехал. Я очень хочу поздравить всех якутян с этим большим праздником, День хамуса. И сегодня вот будет же мероприятие большое. Это весь мир будет смотреть. Я всех хотел приглашать именно сегодня, чтобы они пришли на этот концерт, и мы будем там показать всем мастерство. Здорово. Ну, можете нам сыграть? Ну, давайте. Я буду играть там не только на этих инструментах, будет несколько кубызов разных. А как давно занимаетесь музыкой? Да, почему именно в орган? Занимаюсь с детства. Получается, я в семье 11 ребенок. У нас в семье все играют на гармошке, на баяне, на гитаре, на разных инструментах, на курае, на кубызе. Музыкальная семья. Да. И у нас получается так, что мама играла на кубызе. А потом, когда я начал заниматься, у меня учитель Заградинов Роберт Абдрахманович. Вот я уже профессионально научился играть на этих инструментах. Большое спасибо. Спасибо, уважаемые гости. Мы вас поздравляем искренне с этим прекрасным праздником. Всегда рады видеть гостей на нашей земле. Алан-Хо. С праздником. Спасибо большое. Хорошего дня.